Как быстро убрать боль в запястье? 5 суперэффективных упражнений. Меня зовут доктор Длин, невролог, остеопат, врач превентивной медицины. И сегодня я вам покажу 5 очень эффективных упражнений, которые позволят быстро избавиться от боли в области запястья. Итак, первое упражнение. Ручку вытягиваем вперед и поднимаем ее вверх. И опускаем вниз, сжимая в кулачок. Поднимаем вверх, ладошку раскрываем, вниз в кулачок. Повторяем это упражнение 10 раз. Следующее упражнение позволит разгрузить боковые связки в области лучезапястного сустава. Рука немножко согнута. И делаем движение вниз и вверх. Вниз и вверх. Это упражнение выполняем 10 раз. Следующее упражнение – прямая рука, ладошка смотрит вверх, берем за пальчики и теперь другой рукой натягиваем, еще больше растягиваем связки в области лучезапястного сустава. Контролируем уровень боли, то есть должен быть небольшой дискомфорт, но ни в коем случае не должно быть сильной боли. Мы ее избегаем для того, чтобы не усилить воспалительный процесс. Удерживаем 30-40 секунд и то же самое повторяем в другую сторону. То есть тянем пальчики вниз и убираем напряжение связок уже сверху. И 5-е упражнение. Пальчик большой кладем внутрь ладошки и сжимаем его в кулак. И из этого положения опускаем, тянемся кулачком вниз, опускаем кулак вниз. При этом вы будете ощущать натяжение в области этой связки. Удерживаем примерно 30 секунд, возвращаем в нейтральное положение и повторяем это упражнение 3 раза. Когда вы сделаете эти упражнения, вы почувствуете значительное облегчение в области лучезапястного сустава. С вами был доктор Длин. Подписывайтесь на мой канал о том, как заботиться о своем здоровье, чтобы оставаться активным долгие годы.